Снова здорово, господа, меня зовут Роман, мы на канале Fritz and Games, и у нас давненько не было Джео. Пойдем посмотрим, это у нас темное Джео. Боевочка, взводы мы уже разместили. Нам первым делом надо пройти, бить сюда, пожалуйста, жуками. Одна битва. Сюда бить после верхнего пистолета. Сначала жуки. Окей, хорошо, пошли посмотрим, почему бы и нет. Так, у нас тут Погуль меньший. Естественно, идет в лидерах, к сожалению. Здесь все хорошо, здесь все хорошо, здесь все хорошо, здесь все хорошо. Модули у нас все стоят. Не все, конечно, те, которые нужны, но тем не менее. Ладно, пошли опробуем наши силушки. Когда-то у нас с тобой получалось проходить. Когда-то не получалось. То есть раз к разу оно, к сожалению, получается всегда по-разному. Так, допустим, а если я сделаю вот так вот, пацаны? Есть, давай сюда. Заблочили. Медик. Не заблочили медика, пацаны. Медика-то не заблочили. Опять не заблочили. Вы либо заблочите его, либо убейте. Поздняк метаться. Ладно, тогда пошли сюда. Здесь почему-то хорошо прошло. Минус. Есть. Так. Касательно медика. Ушел. Допустим. Масухой, насколько я помню, здесь никто не валит. Надхил делать. Ну, давай сделаем, хрен бы с ним. Точнее, джедай-страж, по-моему, могла нанести массовый удар. Но мы ее достаточно быстро и неплохо забрали. Хорошо, поскакали дальше. Здесь кто? Клон-сержант бьет больно и по всем. Кит-фиста также бьет больно и по всем. Давай мы, наверное, тогда с клон-сержанта начнем. Быстренько его заблочим. Есть. Кит. А чего кит-то? Во, молодцы, красавцы. А, он уже сходил. Неплохо. Обратно на клон-сержанта. Ну, это провокатор, это вообще ни разу не проблема. Давай заберем. Наверное, его. Ну, чуть-чуть не подзабрали. Давай добьем. Молодцы, сюда. Отлично. Джедай-консул здесь нас не пугает абсолютно. Почему? Потому что он не умеет возвращать к жизни. Если я не ошибаюсь, клон-медик как раз-таки умеет это делать. То джедай-консул абсолютно этому не обучен. Поэтому он как медик, точнее его как медика, контрить, я думаю, не имеет особого смысла. Дебафы он также, кстати, не снимает. Здесь смотрим. Клон-снайпер. Они бьют на одного, но очень больно. Клон-штурмовик, не помню, что делает. А вот эрк-штурмовик, по-моему, да. Эрк-штурмовик не только бьет по всем, но еще и накидывает ошеломление. Это нам не надо. Ребята, блочьте его, пожалуйста. То есть вы вот ни в какую не хотите. Допустим. Под конец удумали. Угу. Теперь бы неплохо было бы медика. Отлично. Так, провокатор теряет провокацию. Медика опять же таки. И дальше пошли немножко снайперов побьем. Ни в какую не хотят. Слушайте, пацаны, у вас что не так? Вам эффективности не хватает или где? Или у врагов сопротивление космическое? Сюда разок. Так, обратно на медика. Модули, кстати, у меня стоят вроде бы как бы что-то, но не все то, что хотелось бы. Потому что, допустим, на альфу многие советуют ставить чисто сет на стойкость. Вот. На альфе у меня стоит как раз таки не на стойкость, на альфе у меня стоит на хп. Потому что у меня был вариант
Ну, нет, не только альфа касается, а вообще, в принципе, либо немножко другой сет, но хорошие допы, либо правильный сет, но допы полнейший шлак. Вот, я выбрал немножко... Что я выбрал? Немножко допы, поэтому сет чуть-чуть может быть неправильный. Так, клон-командир... Всем врагам 70% урон. Здесь у нас что? Уязвимость на всех. Это плохо, конечно же. А, ну Fives. Fives это знаю. Ты у нас клон-командир. Ага. Ага. Так, подожди-ка. Давай сюда разок пихнем. Благодарю. Сюда разок пихнем. Я перепутал этот бой. Я думал, что это тот бой, где у нас будет присутствовать. Скажи мне, я тебе скажу, где будет Энакин в последней волне. Но нет, это не тот бой. И это с одной стороны радует. Это, наверное, со всех сторон радует. Потому что я не собака дикий, лупит как не в себя. Прекратите. Прекратите атаковать моих жуков. Моих жуков, маленьких тараканчиков. Блин, 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 блинский. Вот здесь вот сейчас уже больно печально может быть. Давай сюда. Не заблочили. Заблочили. Вот этот зато сходит сейчас по всем. Смотри, что сделает тварь. Смотри, смотри. Не, мы успеем сходить разок. Но опять же не заблочили. А, не сходил. Довольно-таки странно. Так, это мы контрим все. Это мы все контрим. Нашим бы пацанам восстановить бы здоровье и защиту. Ага, вот, например, сейчас. Есть, сюда. Есть, отлично. Угу. Так, а кто у нас? Ты у нас. Что ж у вас, жуки, с эффективностью-то сегодня? Прямо она страдает. Давай от этого избавляться. Уж очень мне он не нравится. Прямо-таки напрягает. Есть, отлично. Теперь будет напрягать меньше. Давай сюда. Чпоньк. Шикарно вышел чпоньк. Шпион читерский на самом деле. Юнит. Прям серьезно. Грамотный шпион с одного удара может вынести абсолютно любого персонажа. Вот просто вот взять и вынести. Давай вот так. И минус. Нет, смотри, сопротивление. Видел, сколько сопротивлений прощелкало? Офигеть, не встать. Так, Файвс, прекращай жуков моих лупить. Есть, отлично, справились. Ну, еще б немножко и, слушай, там где-то на донышке. Что-то Файвс этот страшная сила. Очень-очень-очень сильно. Ну, жуки у меня слабенькие. Хоть они все и в золоте, конечно же, но прямо какими-то их адовыми назвать вообще никак язык не поворачивается. Пошли сюда. Седьмую реликвию Ашка я еще не взял, но где-то уже рядышком.
Кого-кого, только одного. На. Допустим. Бастила. Не, не будем у молнию швырять. Так, справимся. Есть. Но здесь я не переживаю за эту пачку. На самом-то деле. Бессмысленно. Хотя она меня расстраивает, честно говоря, в последнее это время. Потому что древан, оказывается, достаточно часто не актуальным просто-напросто. К сожалению. Я имею в виду топ-арены. ГСы просто везде, абсолютно. У меня арена просто одна. ГС, 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 ГС. Это прям жесть. Одно расстройство. Я не знаю, может там, конечно, когда малок будет в седьмой реликвии и модули суперскоростные, то еще может что-то и получится, но на данном этапе я себя чувствую крайне некомфортно. То есть мне приходится сражаться за топ-100, не то чтобы... Мне приходится сражаться за топ-100, в конце концов. Просто, чтобы меня хотя бы сотки не выкидывали, чтобы хотя бы держаться в сотке. Это уже говорит о многом. А уходить на ГЭС мне не хочется. Почему? Потому что как бы он профитный чувак. Он сильный, он крепкий, да, я понимаю. Но, блин, ну это светлая сторона. Я так долго стремился к древу, к малоку, чтобы после этого взять и сказать, а пошли-ка вы, ребята, нахуй. Пойду я на светлую сторону. И буду где-нибудь там. Они ж не поймут. Ну что я потом скажу? Древану, Бастиле, Лысому. Как я ему буду в глаза смотреть? Не получится. Так, а что у меня Бастилка-то? Ты будешь сегодня ходить, нет? А, ну да. И еще минус. Как это? Во. 85 тысяч просто вот так вот чпоньк и красава. Вот на ваабы так было бы неплохо. Допустим, здесь мы прошли оба боя. Здесь у нас что? Пара-пара-пам-пам. Нут, Б1, Б2, дроидыка. Это мне не светит. Бить вверх, локу, один пистолет жуками. А, так, подожди. Я понял. Это к тому, ладно. Здесь мы кем можем выступить? Ну, я думаю, что здесь мы можем выступить исключительно только вот так вот плюс траун. Да? Да. Ну, а что мы еще-то сделаем? Больше ничего не сделаем. Давай сюда. Потому что, насколько я помню, он будет вешать на себя провокацию, а провокацию я видеть не хочу. Хотя, опять же, Сион ее может скинуть, если что. И мы не впадло, и мы не в напряг. Сюда идете, получаете сверху чутка. И давай снайпера, наверное. Снайперы крепко бьют. Могут, по крайней мере, достаточно крепко улупить. Так, няху поразгоняем. Отлично, сюда. И давай здесь немножко. Не вышло. Не вышло, не успели. Ну, допустим. Ну, Палыч знает свое дело. Убивать, не убивать. Убивать, не убивать. Не, не будем убивать. Будем убивать со второго этапа. С этого этапа мы пока трогать ничего не будем. Здесь мы своей силушкой будем справляться. Давай лупанем сюда. Не, зачем я его луплю? У меня же еще клон-снайпер еще один есть. Которого следовало бы тоже избавиться. Вот так. Есть. Немножко сюда. Еще чуть-чуть. Прощай. До свидания. До свидания. Молодец.
и JIT консул. Оп, и сверху. Ну, почти. Но, кстати, няхе совсем чуть-чуть дохода осталось. Возможно, он будет первый. Он будет первый. Так, у нас есть понц. Давай понца, наверное. Ушел. На няху сразу же кидаем, опять же, таки ход. Отсос. Шикарно. Блокируем. Да, заблокировали. Практически. Практически. Ты. Даже ты не в состоянии, ёптель. Сюда кидаем, чтобы не мучал нас. Вот чем четвертую битву проходить, это уже, кстати, вопрос. Наверное, будем экспериментировать. Там хотя бы на волну, ну хотя бы на пол шишечки. На. Плюс блока, отлично. Ой, ушел. Красава, что может быть лучше? Да. Нам перезарядка очень нужна. Так, восстанавливаем защиту. Так, блин, добейте няха сейчас будет хоть. Блин. Долго ждать его хода придется. Здесь снайпера. А, подожди, долго ждать. Нифига не долго ждать. Хоп. И до свидули. Так, попробовать заблокировать. Не вышло. Ну, кто бы сомневался. Так, давай сюда. Боль на клон снайпера. Здесь на медика. Да, забрал все-таки. Успел провокацию повесить. От Грымза. Если так... Не особо. Вейдер тут не катит. Вейдер тут не рулит. Не нравится мне папа Вейдер. Слушай, а чё они няху начали лупить? Вы чё, звери? Озверели, что ли? Вы няху-то не трогаете? Ну и сюда разок, чтобы он бонус к скорости не получил. Ага. Раскол кинуть? Мне охота. Хотя, опять же, к жизни он снайпера уже не вернет. Отхилить остальных, да, но к жизни он не вернет, потому что убил кто? Няха. А после няхи вернуть нельзя. Поэтому здесь, я думаю, переживать не стоит. На, сверху. Ой-ой-ой, напугал. Так, пацаны, сильно быстро не ходим. Надо, чтобы няха на следующем этапе сходил первый. Няха будет ходить первый, смотри. Е-е-е, детка. Эрк-штурмовик, баю-бай. Отлично, больно всех. Шикарно. Так, снайпер, снайпер, снайпер. Клон-лейтенант, он провокацию будет вешать, да? Тогда сюда. Отличненько. Давай вот так разок. Потому что с этих он все равно не убьет. А дебафы снимать с них не хочется. Так, Сион огребает. Сион должен огребать. Он для этого, в принципе, создан. Угу. Так, нях-няха и так сейчас будет ходить бессмысленно. Давай на Сиона. И вот так разок. И еще. Вышло заблочить. Угу, угу. Я тебя услышал. Это будильник квакает, если что. Так, 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 так. Давай здесь попробуем заблочить. Отличненько. Ты раздражаешь меня, но не то чтобы сильно. Ага, так. Вот так тоже минус, пожалуйста. Сюда раскол. Здесь ход. Допустим.
Блин, сейчас улетит. Улетит Папа Вейдер. Дайте Папа Вейдеру сходить. Дайте ему сходить, он отхиляться должен. Есть. Вот тебе, пожалуйста, прохил. У остальных кража здоровье выросло. Отличненько, отличненько. Ну давай, добивай. Давай, добивай, хрен бы с тобой. Кинуть, не кинуть. Ну такое себе, конечно. Занятие. Не, ну это победа. Дальше можно, в принципе, на автомате. А мне надо проверить телефон Амана. Я сегодня первый раз в жизни клеил защитное стекло, которое не имеет клеевого слоя. А прикол в том, что у меня на телефоне загнутые края. И, соответственно, стекол с загнутыми краями, с клеевым слоем, почему-то не делают. Делают без клеевого слоя. А отдельно в тюбике поставляется клей, который сушится ультрафиолетовой лампой и достаточно быстро подсыхает. Как я думал. Оказалось, все, конечно, гораздо хуже. В общем, это писос. Я вообще, честно, думал даже видео заснять, но не рискнул. Ладно, граф Дуку, ты тоже пойдешь, ты и ты. Просто возьму все то, что у меня есть в золоте. Вот и все. Как-то так. Хотя бы одну волну, надеюсь, если затащит, то это будет уже хорошо. Если нет, то в рот компот. Клон штурмовика, снайпера давай. Ага. Я уже думал, сейчас мимо пролетит, просто туда за текстуры, за экран выскочит и все. Так, ты пока постоишь. Давай. Ну, он еще даже не в 13-м тире, поэтому не рассчитываю, что прям тут крепко все так будет. Не, нифига подобного. Но уже, кстати, чуть-чуть, самую малость ударить он может. Вообще здесь основная надежда у меня это чисто на Дуку и на Асаж. Не то, чтобы на них прямо много таки надежды, но основная надежда вроде как на них. Ну и немножко, кстати, на Кайла. Хотя бы на то, что он будет танковать как положено. Очень хотелось бы в это верить. Так, спасибо. Давай, Саш, ты сейчас сходишь, чтобы снять с него провокацию. А, ну или Кайла. Тоже можно, почему бы и нет. Идете нахер со своими провокациями. Сначала мы убираем... Ой, как хорошо зарядил-то! Кайла, ты чего? Психанул, видимо. Да, неожиданно. Да. На, еще сверху. Так, стоишь. Стоишь, ни о чем не думаешь. Да какая ты тварь, консул. Просто скотина, тварина. Ну что поделать. Бьем, ну давай. Ну и пошли, забираем тебя. У Кайла все-таки во второй реликвии. Как ни крути, а он во второй реликвии. Кстати, тут, по-моему, даже не на всех пацанах модули есть. Вот на мародера ничего не могу сказать. По-моему, на него, кстати, модуля-то и нету. Асаж приодета точно. Дуку приодет точно. Кайло полюбасик приодет. Гривус коронавирус тоже приодет. Он у нас... А в чем он у нас? А, он фулл хп. Фулл хп. Сюда. Невосприимчивость. Хорошо. Не, ну первый этап неплохо зашел. Неплохо. Здесь штурмовик, лейтенант, Эйла Секура,
Джедай Страж будет лупить по всем, по-любому. Я знаю, вот этой, по-моему, обилочкой. Да. Я не хочу этого. Как же не хватает тебе реликвии, братан. Как же тебе не хватает реликвии. А кто у нас? А, они оба провокаторы. Ну, допустим, пока что они ход пропустят. Эх, сука, в инвиз ушел. Падла. Вылез. Грибану. И опять в инвиз. Да, есть у него такая фигня. Понятно. Короче, джедай-стража надо бомбить в последнюю очередь. Мой Кайло потихоньку сдувается, кстати, пацаны, ребятушки. С одной стороны, это плохо. С другой стороны, есть Дукич. У него тоже неплохой отхил. Мне даже почему-то кажется, что получше будет, чем у некоторых Кайло. При том, что Дукич, кстати, на секундочку, у нас всего лишь в золоте. А Кайл это в двух реликвиях. А это 13-й тир и плюс 2 реликвии. Допустим. Давайте, господа, делайте ставки. До какого этапа мы дойдем? Опача. Вот делаю эту массовку в надежде на что? На какое-то чудо? Откуда оно здесь возьмется? Но все равно я ее делаю. Потому что не могу не сделать. Мог же был добить. Че не добил-то? Ой, хорош толпой сдачи. Вот это прям вообще хорошо. Почему она подглючивает постоянно? На телефоне у меня, кстати, тоже такая же фигня. На Асаж и Наталья, кстати, глючит. На Асаж в основном на массовке, а Наталья на обычной атаке. Почему так, не знаю. Не добил. Ну, Дукич за тебя добьет. Я же говорил. Правда, он мог бы меня подставить, конечно, и ударить только один раз. А чё я не понял, на них такое висит? Понимаешь, если мне наносит 5 минут, урон, который не зависит от здоровья. Урон, которых не зависит от здоровья за каждый заряд. Подожди, а за счет чего это нам дается? Не понял. Это как? Ага. Когда этот персонаж убивает врага, все свои перейдем, что мне делаем любимый, все против. А-а-а. Преданность. Фига, вот это. А я не знал. Я же редко, когда играю за сепаратистов. То есть мне надо стараться, чтобы убивали сепарюги. Блин, хорош. Ну давай будем делать, почему бы и нет. Раз такая маза пошла. Она, правда, поздно уже пошла. Как бы надо было бы это с самого начала думать, делать и читать. Заблокировал, красавчик. Да ну не. Я тебе говорил, клон снайпер способен, а ты мне не верил. Ну, убить Асаж в золоте с одного выстрела, но это уже перебор, по-моему.
Ну ладно, мы и так два этапа прошли. Это уже хорошо. Ну, это, считай, минус. Я ж говорю. Блинский. Ну, жалко, потеряли отличного дамагера. Сейчас еще медик, кстати, вернет. Ну, вот тебе, пожалуйста, здравствуйте, приплыли. Только Духича не бейте. Серьезно говорю. На полном серьезе говорю, не бейте Духича. Ой, как хорошо, что они толпой не Духича били. Хотя это его не спасает. Духич тонкий на самом деле. Если его убьют, то значит, что его убьют. Ага. Вот и нет Духича. Не, ну, два этапа. Два этапа. Если бы не забрали Асаж, скажу тебе так, то, возможно, было бы что-то. Если бы, опять же, точнее, не если, а когда будет пожирнее Грива, то я думаю, что это будет прям вообще хорошо. Но Гривуса очень тяжело в 13 тир поднять. У него все деталье какое-то одно и то же. Одно и то же. Оно просто меня кошмарит. Вот честно тебе скажу, оно меня просто угнетает, убивает. Я его ненавижу. Ну, хоть одну детальку. Нет. И она вся падает либо с Триумвирата, либо с Джианозиса, либо за за энергию флота. Не чтобы за обычную или за контину, нет, за флот придумали. На кой хер вы это сделали? Вот смотри, я вот так вот делаю разок. Все, теперь мне нужен еще один подобный. Здесь тоже будет за энергию флота. Ой, вот здесь вот есть, да ладно. Но тоже за энергию флота идет, либо Триумвират, либо Джианозис. В 13 тир загнать — это прям ад какой-то. Прямо жестко, дико бесит. Ну серьезно. Дай, сука, детальку одну. Я понял тебя. Вот, получается, здесь и здесь две одинаковые. Дальше, вот здесь и здесь. Еще, по-моему, тоже 2 1. А, вот таких вот мне надо, получается, вообще 4. Кое-кого 4. 6. Здесь их 2. Здесь их 2, это 4. Здесь их 2, это 6. Потом еще здесь их 2, это 8. Не кашляй. Ну, эту херню я соберу. Эту херню можно собрать. Здесь она хотя бы за энергию, но здесь еще можно купить магазин чемпионата и магазин осколков. То есть это, в принципе, уже как-никак, а хотя бы как-то. Потому что все остальное вообще грусть, печаль, тоска, обида. Я бы даже так это выразился. В магазине, соответственно, для Гривуса коронавируса у меня ничего. Нет, это мне не надо. О, это мне на ГК надо. Я же ГК пытаюсь еще вытащить в золото. Йоду я в золото уже подтянул. А чего так много? А, ну я понял. Да не, на деталье пока оставим. Здесь репутация под злорадство. Это я еще ни туда, ни сюда. Здесь, естественно, дзетку маленько немножко. Здесь можно я, пожалуйста, Дарта Малака? Нет, нельзя. Не дают мне еще 5. 5. Здесь, ой, хорош. И вот это я вот так только чпоньк. Это уже 43. Оно и все. Оно и все, собственно говоря. Ладно, давайте заканчивать, потому что видос и так получился длинным. И, возможно, это видео вышло третьим. А может быть и нет. Не знаю, когда оно выйдет. Ладно, ребят, если интересно, то обязательно подписывайтесь. Жду вас, как всегда, в комментариях. Ставьте лайки, и да пребудет с вами сила.